Слава Богу! Слава Господу! Дорогая церковь, новая жизнь! Я хочу, чтобы мы все поднялись. Я хочу вам просто сегодня напомнить, что этот день сотворил Господь. И возрадуемся, и возвеселимся. Давайте мы все вместе будем радоваться. Есть за что славить Бога. Есть за что Его благодарить и поклоняться Ему. Все вместе дружно будем прославлять Его через пение. Аллилуйя! Стою с открытым
я в руки отдаю тебе, ведь ты Бог мой, ты Бог мой. Буду я восклицать, с вершин гор провозглашать, Тебе, наш Создатель. Мы превозносим Твое драгоценное святое имя. Слава Тебе. Мы пред Тобой сейчас, и Твое присутствие здесь.
Совершенство, Господь, не имеет границ. Ты Бог без начала и конца. Твой Дух обитает везде и в одно и то же самое время. Сегодня касаешься людей, исцеляешь. Мы сегодня просто пришли Тебе воздать славу. Просто сказать Тебе, что Ты добрый Бог, милующий Бог, святый, праведный. Мы рады быть твоими детьми, наш Царь. Совершенство твое не имеет границ. Я ценю каждый миг жизни с тобою. Ты веселье мое утираешь с ресниц, наполняешь меня. Ничего нет ценнее твоей, совершенно.
Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Я наслаждаюсь глубиной поклонения. Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Спасибо, Иисус, Тебе за это прекрасное, Господь. За эту любовь, которую Ты проявил нам. За эту любовь, которую, за кровь, которую пролил на Голгофе, на кресте за нас. Я славлю Тебе, Отец, что Ты нас принял, что мы есть Твои дети, что Ты нас любишь, и то, что Ты нас исцеляешь, и то, что Ты нас освобождаешь, и то, что Ты есть наш Отец, Ты утешитель наш. И когда у нас беда, Господь, Ты приходишь, Ты нас никогда не оставляешь, Твоя рука над нами. Мы славим и поклоняемся, Царь царей. Мы славим, Господь, потому что Ты говоришь, если двое или трое, собранные во имя Мое, Я среди вас. Я благодарю Тебя, Царь, что Ты на этом месте. Я славлю, что мы можем прославить Тебя, возвеличить Тебя, поклониться Тебе, воздать Тебе всю славу, ибо Ты есть Святой Отец. Ты наш Царь. Ты наш Спаситель, и мы восхваляем Твое Святое Имя, и мы превозносим Тебя на этом месте, ибо нету подобных Тебе, Господь. Ты есть Альфа и Омега, Ты есть начало и конец, и мы славим Тебя за это, Отец наш, и мы восхваляем Тебя на этом месте. И, Господь, мы приходим к престолу Твоему, и мы просим, Господь, яви милость Твою над нами, яви благодать Твою над нами. Яви благодать и милость Твою над нашими детьми, над нашим новым поколением, над нашей церковью. Господь, я молю, чтобы Твой Дух был на этом месте, чтобы Твой огонь был на этом месте, чтобы Твое Царство было на этом месте. И мы молимся, и мы призываем Тебя, Отец, на это место. Мы призываем Тебя, Отец, чтобы Ты был в контроле этого служения. Мы призываем Тебя, чтобы Ты руководил нами. Чтобы Слово, которое, Боже, исходило из уст наших, было наполнено силой Святого Духа. Чтобы оно не было от нашего человеческого разума, но от Твоего Духа. Чтобы семя, которое было сеяно, Господь, оно произносило плод. Я прошу Тебя, Господь, приготовь наши сердца. Приготовь нас принять это семя. Приготовь, чтобы, когда оно упало, оно произвело плод во имя Иисуса, чтобы оно провозросло. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, Отец, и мы славим Тебя, и мы славим Тебя за Твое присутствие, которое на этом месте. Мы славим Тебя, Дух Святой, и мы поклоняемся Тебе, и мы возвеличаем Тебя, Царь Великий. И все сказали «Амен». Что-то «Аген». И все сказали «Амен».
такое чувство, что мы не на одной команде. Когда кто-то говорит «Аминь», мы должны как церковь сказать «Аминь», чтобы если среди нас сидели люди, которые не с Господом, они видели, что мы как один, чтобы они не сомневались, что Бог на этом месте, что мы служим единому Богу. Я сегодня приготовил, я прошу вас, можете присесть на пару минут. Я начну из пару объявлений, позже я продолжу, я поделюсь еще словом о десятинах. Я извиняюсь, мой русский, может, не самый лучший. Я приехал в Америку, мне было 3 года. Так что, если где-то ошибку делаю, придите, поправьте. Буду рад вашему подсказанию. Я хочу, во-первых, напомнить, что сегодня вечером на 6 вечера мы приготовили специальный, особенный вечер для наших женщин. Мужчины, мы вас просим, посмотрите детей дома, благословите своих жен, отпустите их. Если кто-то из жен или девочек вас кто-то не отпустит, позвоните в церковь, мы позвоним, помолимся за вашего мужа. Отпустите их. Будет очень хорошая тема для женщин. Будет просто назидание, отдых, моральный, духовный. Будет общение очень хорошее. И мы специально готовы, мы приглашаем, и мы готовимся, мы готовились уже несколько месяцев для этого вечера. Мы будем стараться это делать где-то раз в месяц. Написано, что мудрая жена устрояет дом свой. Я вам скажу сегодня, что если мудрая жена дома и на своем месте, дом, он устрояется. Мы также видим, что часто, когда приходишь на молитву, приходишь на какие-то библейские школы, мы видим, почему-то 75% всех, кто там сидят, в основном женщины. Ну, наверное, в церкви у нас не так, но вообще везде. Я не знаю, почему наши мужчины, наши священники, почему они чуть-чуть в этом отстают. Я поощряю всех мужчин быть священниками на своем месте. Мы должны переполнять, когда идет молитвы идут. Мы должны приходить и мы должны ходатайствовать за наших детей. Мы должны ходатайствовать за нашу церковь. Мы должны ходатайствовать за наших служителей. Потому что мудрость приходит от Бога. И мы не хотим человеческой мудрости, мы хотим Божьей мудрости. Мы хотим, чтобы водительство Святого Духа было через нас. Мы есть сосуд Божий. И Бог должен наполнять наш сосуд Духом Своим. Не Духом человеческим, по плоти, но чтобы когда мы говорили, чтобы сила Святого Духа, она работала через нас, чтобы семя, которое было сеяно, оно провозрастало, оно имело плод, оно имело жизнь. Мы будем также, мы и сейчас записываем волонтеров на Ауана, на воскресную школу, и мы видим, когда мы приходим в воскресную школу, 99% всех служителей там, это женщины и подростки, девчонки. Там должно быть больше мужчин, чем девчонок и женщин. Мы мужчины, мы священники, мы должны передать то слово нашим детям. Если мы мужчины не можем это делать, нам нужно молиться об этом. Это является серьезной проблемой. Мы готовы просто отдать наших детей, но мы священники, мы должны быть там, мы должны стоять, мы должны сеять семя свое в них. В нашу молодежь, чтобы когда они вырастали, у них не было сомнения, что Бога нет. У них не будет сомнения никакого. Ничего им не помешает служить Богу. Я призываю всех мужчин, давайте в этом году у нас что-то пусть поменяется на духовном уровне и вообще в структуре. Давайте мы увидим больше священников, которые будут учить наших детей. Я вижу сильных мужей. Вон Анатолий, сильный мужчина. Павел. Брат Майкл, Юрий. Это духовные отцы, которые сегодня могут учить наших детей, наших подростков, влагать в них Христа, влагать их Духа Святого в их сердца.
Мы также, я хотел поделиться, много из вас, которые вы заехали, вы видели, что мы положили примерно 300 тонн асфальта нового у нас на парковке. Это было неожиданно, это было благословение от Бога. Компания, которая строит, ложит асфальт для государства, они заказали асфальт, но те не были готовы ложить асфальт. И они приехали к нам, хозяин, и говорит, у нас такая ситуация, но мы видим, что вам нужен асфальт. Мы говорим, да, нам нужен, но у нас нет финансов на этот асфальт, потому что мы понимаем, что постелить этот асфальт будет где-то $4, $4.50 square foot, это 120 тысяч плюс. Но пришло мир в сердце, и мы начали с ним говорить, слушай, мы тебе поможем, ты нам помоги. И Бог явил свою милость, он сделал по $1.45 за square foot. Положили нам асфальт. Не только он положил асфальт, когда он посчитал все, он говорит, слушайте, еще 2500, я благословлю вашу церковь. Слава Богу. Кто может сказать, слава Богу за это? Аминь. Я просто славлю Бога, потому что мы не ожидали, что мы будем делать. Конечно, это все равно обошлось нам $39,000. Но так мы бы заплатили больше $120,000. И Господь явил свою милость, послал этот неожиданный момент прямо перед началом школы. И у нас асфальт, он уже распадался, на нем не было верхнего покрытия, вода проникала. И так что Бог явил свою милость, свою благодать, и мы смогли это сделать. Я с многими людьми говорил, много людей беседуя о десятинах, люди имеют финансовые какие-то проблемы. И часто беседуя с людьми, они говорят, ну, мы молимся о ситуациях, мы просим Господа, Господи, яви свою милость. Я вам скажу, просто молиться о твоем финансовой ситуации, это не поможет. Просто молиться. Есть определенное действие, которое мы должны совершать, кроме молитвы. Есть три, можно сказать, таких как принципа, о которых я только об одном из них поговорю, потому что каждый из них, это целая проповедь на каждого. Первый из них это о десятинах. Второе – это жертвах. И третье – это правильное распоряжение финансов. Я сильно не согласен, есть много учений сегодня, которые учат, что в Новом Завете не нужно десятины, что это все закон, это Ветхий Завет, вы исполняете букву, вы исполняете закон. Много верующих сегодня, они не твердо стоят на этом основании из-за этих учений. Некоторые дают десятину, некоторые не дают десятину, некоторые верят, некоторые не верят, некоторые получают откровение. Но я хочу поделиться о том откровении, которое у меня есть, которое я больше этого месяца я глубоко изучал этот вопрос, десятины, даяния, жертвы. И я хочу поделиться, у меня нет полноты истины этой, но то, что я сегодня поделюсь, это тем, чем я живу. Это тем, которые я имею откровение, тем, которые я могу засвидетельствовать о том, что то, что происходит в моей жизни, о водительстве Святого Духа, о сверхъестественных финансах, о сверхъестественных Божьих благословений. Я не имею никакого недостатка, я не имею никаких проблем финансовых. Я могу не только не имею, я благословляю других. Написано, что блажен, нежели давать, нежели просить. И я хочу начать из того, что сказать также. Я молюсь очень часто. Господи, я хочу давать Тебе 90%, а жить на 10%. Это моя личная молитва. Я понял, есть духовные принципы, которые работают так, что если мы поняли бы эти принципы, мы сегодня бы не просили о жертве со сцены. У нас бы просто стояло вот там корзины, и они бы были переполнены. Люди бы сами просто и шли, давали. Не надо было со сцены просить. Но много сегодня не имеет этих откровений. Я хочу просто поделиться этим свидетельством о том, что Писание пишет об этом. Писание очень четко пишет. Я даже думал, когда читаю Писание, закон, не закон, я первый пример, который, и вообще первую десятину, которую я видел в Писании, это был Авраам. Мы прочитаем к евреям,
7 главу, стих с 1 по 4. Я попрошу, у нас сестра красиво читает на русском. Прочитай мне, пожалуйста. Прочитай. Ты меня выдашь, что мне уже, может быть, очки надо. Где? Вот это? Да, прочитай. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отдал Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала, ни дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Спасибо. Как мы видим, Мелхиседек, это был очень великий человек, служитель Божий. В Писании, что интересно, написано, что он был без отца, он был без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Мы видим, что в Писании, и мы всегда говорим, Авраам – это есть отец веры. Что интересно, что Авраам это сделал до закона. Закона еще не было, десятин. Он, будучи отцом нашей веры, он знал, что десятина, она принадлежит Богу. Что есть принципы, которые Господь благословляет. Мы также видим очень интересно, что если мы смотрим второй пример, это Яков. То же самое Яков не имел ничего, имел просто посох в руках. Он приходит к Господу, и он дает обет Господу. И он говорит, я прочитаю. Попробуем прочитать. И положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и всего, что ты, Боже, даешь мне, я дам тебе десятую часть. Яков также пошел по стопам Авраама с верой. Это до закона. Он понимал, что все, он не имея ничего, он знал, что есть и то, что ему Бог даст. Он даст десятину. Бог будет дальше его благословлять. Много людей, они сегодня дают по закону. Они живут по закону. Они дают по закону. Они, эти люди, это рабы закона. Когда они рабы закона, они под духом закона. Когда они дают под духом закона, я советую тем не давать. Потому что Бог не ищет всего. Бог не ищет, чтобы ты давал, чтобы ты ждал, что Бог тебе дал больше назад. Это не является Божьим принципом. Бог ищет, что мы давали, Бог смотрит на наше сердце, и наше состояние нашего духа, и Он смотрит это как шаг веры. Сегодня много людей имеют страх. У них страх, если сегодня я дам, я не знаю, если завтра у меня будет новая работа. Я не знаю, если у меня завтра будет новый проект бизнесский. Я не знаю, как у меня дальше будет с финансами. И мы со страхом уповаем сами на себя. Но я вам скажу, что мы этим актом мы идем, как делаем шаг веры, и мы говорим, Господь, я уповаю на Тебя. Это является частью или формой поклонения. Когда я даю Господу, Господь, я поклоняюсь Тебе этим. Я вам скажу, это является частью honoring. Это, переведите слово honor. Честь. Дать честь.
нашему Богу. Когда мы даем десятины, мы проявляем честь Богу. Когда мы даем десятины и понимаем, это есть манифестация любви от нас к Богу. Мы видим апостол Павел, он говорит Македонской церкви, он говорит, что вы даете даже сверх сил. И вы просто делаете это насколько сильно, вы отдаете даже сами себя. И вы даже просите, urgently plead, значит, вы даже умоляете, дайте я послужу в этом служении. Я верю, что когда это откровение придет, мы будем насколько иметь внутри откровение, что Бог, я хочу тебя благословить, я хочу тебя почтить, я хочу сделать тот шаг веры, который ведет меня, который даст мне новое, который умножится. Мы видим, что также апостол Павел говорит, что испытание любви и искренность нашей любви, она испытывается через даяние. Ты не можешь, как апостол Иоанн в 3 главе, 18 стих, он говорит, что мы не можем просто любить словом, но мы должны делать делом и истиной. Мы не можем просто приходить в церковь и петь «Достоин, ты достоин», а потом ничего не дать Богу. Богу не нужна такая хвала. Мы должны показать нашу любовь и искренность в даяниях. Тот, который искренно любит Господа, тот искренно дает. Я хочу прочитать также к евреям. Мне этот стих очень... Я даже был поражен, я увидел, что Иисус принимает десятины в Новом Завете. К евреям, 7 глава, 8 стих. «И здесь десятины берут человек и смертные, а там, на небесах, имеющий о себе свидетельство, что он живет». Смотри, что интересно. Кто имеет свидетельство о том, что он живет? Кто может мне сказать? Не слышу. Слышу, один человек знает, что Христос. Кто знает свидетельство о том, что Он жив? Jesus, Иисус. Смотри, давайте мы еще раз прочитаем. А здесь десятины берут человеки смертные. А дальше читаем. А там, на небесах, имеющий о себе свидетельство, что Он жив. Господь поставил ответственность десятин в Новом Завете намного выше, чем в Ветхом Завете. Господь Иисус, Он spiritualized, я не знаю, как по-русски сказать, spiritualized, это, помогите кто-то, оживотворил или, не знаю, как сказать, одухотворил, спасибо, да. Иисус одухотворил десятины в Новом Завете. Мы теперь имеем намного выше ответственность Бога. Десятины, они проникают от земли на небо. Господь поставил новый уровень святости этому служению в Новом Завете. Я вам скажу, десятина – это является святыня. Это новая свят... это святыня, которые манифестируют через отделение для Бога. Это доказательство или вид, что финансы принадлежат нашему Господу. Десятины – это наше доказательство, что я надеюсь на Господа, номер один. Десятины – это доказательство, что я надеюсь на то, что Он мой даятель. Десятины
они умножаются. Вы знаете, я вам скажу, что даже если ты ничего не даешь, оно тоже умножается в ничто. Если ты пришел, Иисус дал ничто, ничто умножится. Все зависит, сколько мы даем Христу. Если мы понимаем, что то, что мы даем Отцу, Христу нашему, оно умножается в Его руках, я всех поощряю. Я вижу руку Божию, которая ведет многих. Я знаю бизнесменов, которые были на грани банкротства, но когда это откровение пришло в их сердце, они перестали жить от чека до чека. Много из нас, мы уже согласились с тем, что мы живем от чека до чека. У нас нет никакой запаса. Мы не можем благословить вдову, сироту. Мы не можем благословить служителей в разных, никогда не строят разные царства. Мы не можем благословить людей, которые трудятся на разных миссионерских полях. И мы думаем, что это нормально. Я просто вдохновляю каждого человека. Поверьте в слово его, изучайте. И вы видите, что приходит сверхъестественное благословение от Бога. Начинают финансы приходить оттуда, откуда ты даже не ждал или не ожидал. Люди приходят и тебе просто дарят финансы. Я сегодня утром проповел над этим, вышел со служения, человек подошел, говорит, на, благословляю тебя. И благословил меня. Сразу, я на месте, Господь благословляет. Я просто радуюсь, я ликую, я знаю, это не первый раз, когда просто я просто с человеком беседую, и человек говорит, слушай, мне Дух Святой положил на сердце благословить тебя. У меня был один случай, когда я с человеком беседовал о Царстве Небесном, он говорит, слушай, я хочу тебя благословить, как я тебя могу благословить? Я говорю, как хочешь. Он выписал мне $1000, говорит, на, я хочу тебя благословить. И говорю, слава Богу, буду дальше проповедовать о Царстве, о принципах Царства. Потому что они живые. Мы надеемся только на Бога. Он единственный, который нам дает, наш даятель. И я всех обратно поощряю. Благословляйте Бога. Доверяйте Богу. То, что вы будете ложить в Его руки, оно будет умножаться. И давайте это с радостью, без принуждения. Я бы попросил наши братья, подойдите сюда на центр. Мы помолимся. Давайте мы все встанем, пожалуйста. Я вижу, много из вас, некоторые сидят, улыбаются, смеются с меня. Ничего страшного. Я это вижу. Вы не смеетесь с меня. Вы смеетесь с Духа Святого. Я думаю, что Дух Святой, Он также это видит. Он видит наши сердца. Он видит наши намерения. Он видит наши мотивы. Мне просто печально то, что говорит Дух Святой, мы пренебрегаем этим. Но мы будем молиться с верой. Проходите, братья. Проходите, мы будем благословлять. Подходите в центр. Не бойтесь. Дух Святой на этом месте. Давайте мы прострем наши руки, и мы начнем благословлять вот эту жертву, которую мы будем давать Иисусу Христу. Мы даем ее с верой, с надеждой на Бога. Мы даем ее с искренним, радостным сердцем. И давайте просто будем молиться, церковь. Будем молиться, чтобы это откровение пришло многим. Господи, мы благодарим Тебя, славим за этот прекрасный день. Господи, я славлю за Твое откровение, которое Ты посылаешь. Господи, я благодарю Тебя за те изобилия, которые Ты посылаешь для нас. Я благодарю, Господь, за ту мудрость, которую Ты посылаешь для нас. Господи, я благодарю Тебя за то здоровье, которое Ты посылаешь для нас. Господи, я славлю, что Ты мой Царь, что Ты мой Спаситель, что Ты мой путеводитель. Я благодарю Тебя, Царь Царей. Господь, Ты есть начало и конец, и нет подобных Тебе. Господь, во имя Иисуса Христа мы просим, Господь, о милости Твоей. Мы просим Твоего благословения на каждый бизнес, который на этом месте. Мы просим Тебя, Господь, благословения на каждого человека, на их работах.
Я прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, посылай Твою мудрость, чтобы мы правильно распоряжали финансами нашими. Господь, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, наполняй нас Твоей мудростью, наполняй нас Твоим путеводительством. Мы хотим быть водимы Тобой. Мы хотим делать правильные решения. И во имя Иисуса Христа мы стоим против Духа, который крадет от нас. Мы стоим против дьявола, который есть отец лжи, который есть вор. И мы стоим во имя Иисуса Христа, и мы говорим, ты не будешь красть от нас во имя Иисуса. Мы есть дети Отца. Мы есть Его сыновья и дочеря. И мы просим Твоей милости, Господь, над нами. Во имя Иисуса Христа. Я славлю и поклоняюсь Тебе, Царь царей, Бог великий. Аминь. Давайте продолжим петь, поклоняться Богу и будем жертвовать Господу. Слава вечная Ему,
Сейчас стих расскажет Людмила. Грозят. Благодарю за этот мир, за все, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал и не знал, еще не верил, но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне. Ты мир, ты все, ты небо и вода, ты голос бури, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, дышу тобой. Когда умру, с тобой сольюсь, как небо с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе не полночная вода, хочу, чтоб жизнь моя была тебе не молчная хвала, тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю. Простите меня ради Бога. Спасибо. Спасибо. Слава Господу, братья и сестры. За все благодарите. Все мы ошибаемся и на ошибках учимся. Пусть Бог благословит сестру, благословит всех нас, чтобы мы были в старости сочны и плодовиты. Я хочу прочитать места Священного Писания. Постараюсь сделать это быстро. Первое послание Тимофею, 5 глава, 1 только стих 8. «Если же кто о своих
и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Второе место Луки, 18 глава, 15 стих и ниже. «Приносили к Нему, то есть к Иисусу Христу, и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус подозвал их и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И еще одно место Евангелия от Матфея. Это 19 глава, из 13 стиха я читаю. «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки, и помолился, ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей, не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложил на них руки, отошел оттуда». Итак, у нас есть сегодня две семьи, и я попрошу, пройдите вот на, здесь сюда наперед, и мы будем молиться, пусть Бог благословит вас. Знаете, я вспоминаю, когда молитва совершалась за моего брата меньшего, Василия, пастора. Я не помню, как приносили меня к Господу. Вот. Но брата меньше я помню, как приносили. И вот такое было служение. Это было в нашем доме. Вначале молились родители, они становились на колени. Брали мальчика на руки, молилась мама, молился отец. Затем еще была бабушка, вот, которую мы сильно любили, и служитель также на коленях брал на руки и благословлял. И я помню, что была молитва особая, и было пророческое слово сказано. Вот. И я частично запомнил о моем брате Василии, что Бог говорил Духом Святым, что Он выведет народ Мой. И я тогда не понимал, откуда Он выведет народ Мой, Бог говорит. Вот. Многих выведет. И знаете, как оно сбылось? Может быть, это было сказано, что мы выехали с Украины, и Он вывел многих из той местности, где мы жили. Или просто Он выводит народ, Божий народ, из царства тьмы в царство света. То есть, пусть Бог благословит эти семьи. Я попрошу, у нас есть гость. Борис Павлович, пожалуйста, помогите мне. И мы помолимся. Давайте мы все поднимемся. И по очереди мы благословим, помолимся. Пожалуйста, помолитесь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, осознавая величие и трепетность момента, в котором мы, как соучастники Твоей великой благодати, сейчас приносим на руках молитвы этих драгоценных детей, мы благодарим Тебя, Господь, за дар Твой в их лице, за Твой дар для мамы, папы, за Твой дар для нас всех, верующих, Твоей семьи. Несомненно, они Твой дар, и мы благодарим Тебя за этот величественный дар. Ты вел их в этот мир, свидетельствуя о том, что Твой величественный замысел начал действовать. И мы, соединяя наши сердца друг с другом, с мамами, папами этих детей, поклоняясь Тебе в благоговении и трепете, признаем Твое право, Твой авторитет, Твою власть, Твою благодать над ними. И с благодарностью к Тебе за эту возможность мы вместе с родителями, всей церковью, а Ты сказал, что свяжете на земле, то будет связано на небесах, что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. И мы в
таинстве священства, в помазании силе Духа Святого. Говорим сегодня вместе «Да» Твоему величественному замыслу для каждого из этих детей. Это означает, что Ты получаешь право в этом действии, которое Ты нам доверил, прийти в их жизнь и утверждать их на путях Твоего замысла, утверждать их на путях правды, запрещая дьяволу и бесовским силам атаковать их жизнь и разрушать ее, потому что она принадлежит Тебе. И мы в этом согласии посвящаем этих детей осуществлению Твоей воли, Твоих планов, подобно тому, как они были осуществлены и осуществляются здесь присутствующих служителях, братьях и сестрах. Пусть, Господи, Твой замысел исполнится отныне и до конца жизни. Храни их и оберегай Твоей могущественной деснице. Дай особое помазание, способности и силы родителям воспитывать и утверждать детей на Твоих путях, на Твоем слове, сколько они могут это делать. Пусть благословение почиет на их домах и семьях. Высвободи Твое обеспечение во всех сферах физической, душевной, духовной, в доме каждом, Господи Боже, чтобы эти дети были окружены Твоей заботой, Твоим обеспечением, Твоей благодатью. Храни их от греха, храни их от болезней, храни их от зла, Господи, и греха. Храни их от злых и коварных людей, от несчастных случаев и от преждевременных смерти. Пусть Твоя десница будет над домами, Господи Боже, этих драгоценных семей и над этими детками. И все, Господи Боже, да пусть будет в их жизни для Твоей славы к осуществлению того, ради чего Ты ввел их в этот мир. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Время в бывшем Советском Союзе все было в тайне. И когда приносили Василия к Господу, вот, то была только семья, и вот близкие были. Вот. А здесь, в этой стране, слава Господу за свободу, что мы вручаем сертификаты, мы молимся открыто, мы возвещаем в онлайн, и люди слушают. И пусть Бог благословит это семейство. София заключила завет с Господом 13 числа. Она пообещала свою жизнь Господу, пообещала в доброй совести служить Господу. А сегодня она приносит своих детей, чтобы и дети были посвящены Господу. И мы благодарим Господа за это семейство. Пусть Бог благословит эту семью. Пожалуйста, вручите сертификаты. Я вас поздравляю. София и трое деток. Пусть Бог тебя благословит. Бог благословит ваше семейство. Всего доброго. Возьмите. Пусть Богу будет вся слава. Еще раз мир Божий, возлюбленные братья и сестры, скажем слава Богу за сегодняшний день, за соучастие в великих делах Божьих. Я не знаю, насколько каждый из нас осознает реальность происходящего, но я хочу сказать всем нам, что эта реальность происходящего величественна, потому что мы служим нашему Богу. Аллилуйя Господу! За эту привилегию, за это благословение огромное и за эту великую честь.
Позвольте поделиться тем словом, которое у меня на сердце. И где-то оно перекликается со словом служителя. Я не знаю, брат Сергей, вы пастор, или вы диакон, или вы, но вы благословенный человек. И слово, и обращение к народу Божьему, я не сомневаюсь, было из Божьего сердца. И где-то поэтому, вот я так понимаю, Дух Святой управляет этими процессами нашего служения, и что-то будет перекликаться. Но мы не договаривались, и вы знаете, что это так. Я хочу обратить ваше внимание на один очень важный стих. Это Слово Божье, которое записано в книге «Исход». Книга «Исход», 23 глава, 25 и 26 стихи. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным». Невероятная истина, удивительная, порой пренебрегаемая, к сожалению, многими верующими, истина. Служение Богу и определенное качество, содержание и состояние жизни. На что я хотел бы обратить внимание, проводя параллель, основываясь на этом стихе Писания. «Служите Господу, и отвращу от вас болезни». Оказывается, здесь обоюдная взаимосвязь. Первое. «Служите Богу, и будут отвращены болезни». И второе. Отвращенность болезней, состояние здоровья, как один из важнейших фундаментов для наших возможностей служить Богу. Я хотел бы сегодня поговорить немножко о здоровье, потому что, я думаю, вы не понаслышке знаете, что очень много людей сегодня преждевременно, верующих, я имею в виду, уходят из жизни. И я думаю, вы прекрасно понимаете, исходя из очень важного слова Бога, обращенного к людям. Зачем тебе умирать преждевременно? Оказывается, человек может уйти из жизни преждевременно, прежде того срока, определенного Богом к осуществлению его величественного замысла. И поэтому, когда люди разговаривают, делятся своими пониманиями, знаниями, какое же самое ценное место на земле? Кто-то сказал, это кладбище, это не золотые прииски, это не алмазные копии, это кладбище, потому что там закопаны недописанные песни, там зарыты несовершенные человеком плоды, нераскрывшиеся способности и творческий потенциал божественной благодати, дарованный этому человеку. Почему там это закопано и является ценным? Потому что оно не реализовалось, и оно закопано в земле. Поэтому кладбище – самое ценное место на земле. В таком варианте это, к сожалению. И вот мы понимаем, видя и наблюдая свою жизнь, родных и близких, наблюдая за жизнью, и сегодня это есть возможность верующих людей в разных точках земли, слыша молитвы и просьбы, я думаю, вы видите, как много молятся об исцелении, как много просят о здоровье. И в этом ничего нет странного, потому что, я думаю, вы понимаете,
С самого начала, когда только Бог создал человека, и определяя качество и состояние своего творения, Он сказал: «Все весьма хорошо». И я думаю, вы понимаете, что в это определение входит также и здоровье человека. Я думаю, мы понимаем, что когда Бог определил так свою работу, тогда не было злокачественных клеток, тогда не было инфекционных, опасных для человека бактерий, вирусов, хламидий и разного рода микроорганизмов, которые сегодня являют огромную опасность для человека. Не было иммунодефицита, не было метаболических нарушений, не было болезней эндокринных органов. Все было совершенно идеально, и люди обладали потрясающим здоровьем. Почему я говорю сегодня о здоровье? Я думаю, вы понимаете, братья и сестры, что это вопрос важный не только для людей среднего возраста, не только для людей зрелого возраста или пожилого, или старческого. Это актуальный вопрос для детей и для молодых людей. Потому что мы понимаем, что когда человек имеет здоровье, тогда он может полноценно реализоваться. Когда человек имеет полноценное здоровье, тогда он способен иметь ясность ума, трезвость мысли, тогда он способен быть наполненным миром, иметь уверенность и способность, общаясь с Богом, понимать Его. Он обладает потрясающей проницательностью в духе. Он не теряет и не упускает возможностей. Он обладает потрясающей способностью видеть Бога, слышать Его и разуметь сердцем. И я думаю, что один из важнейших компонентов такого состояния является здоровье. И это важно для человека любого возраста. И мы понимаем, какие приходят ограничения, когда человек теряет здоровье. Он теряет мир, он теряет радость. Он теряет способности и возможности. Я уже не говорю о разного рода поражениях нервной системы, что сегодня проявляется слабоумием, старческой деменцией и, к сожалению, не только старческой, но и в молодом возрасте. Болезнь Альцгеймера. И вы прекрасно об этом знаете. Сегодня поражены дети, поражены психически. И это трагедия. Когда нет здоровья, то, безусловно, жизнь человека омрачена. Его возможности ограничены. Жизнь и состояние окружающих людей, безусловно, находится также под давлением. Потому что не может страдать один человек. Все родные и близкие страдают. Сказывается ли это на возможности служить Богу? Конечно. Но Бог определил изначально, чтобы мы были здоровы. Что-то пошло не так. И мы с вами, имея откровение от Господа, понимаем, что пошло не так с Эдемского сада, когда произошло грехопадение. С того момента последствия этой трагедии вошли в жизнь каждого человека, и Писание говорит, что через одного грех вошел в каждого человека, а с грехом смерть. Что такое смерть? Это завершающая стадия того разрушения тех болезней, которые ворвались в жизнь людей. Именно с того момента человечество не покидают слезы, не покидают недуги, предательства, болезни, немощи, кровопролитие, насилие. Это все следствие греха падения. Но Бог, будучи всемогущим, предвидел такое развитие событий. Поэтому мы с вами понимаем, когда читаем Петра, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца,
обращая ваше внимание, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. И упование на Бога. С тех пор, когда произошло грехопадение, Бог запускает свой план для искупления людей. И важнейшим компонентом этого плана является оздоровление человека. Не только прощение грехов, это важно. Но когда мы читаем пророка Исаию, он говорит о том, что Бог запланировал, предвидя такой исход в Эдемском саду, простить человека и исцелить его от болезней. Поэтому мы с вами читаем, когда Бог формирует свой народ для того, чтобы осуществить свой план, Он говорит: «Я, Господь Бог, целитель твой». И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней. Я Господь Бог твой, целитель твой». В Новом Завете, я думаю, вы прекрасно понимаете, почему Петр в своем первом послании говорит: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Речь идет не только от избавления от грехов, но и как следствие избавления от болезней, чтобы жить для правды Божьей, нам необходимо здоровое состояние. Нам необходимо исцеление, дорогие братья и сестры. Поэтому мы с вами понимаем, почему, когда Христос дает наставление последнее своим ученикам, Он говорит: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». Мы с вами понимаем, что книга Деяний – это потрясающая картина воплощения жизни и служения Иисуса Христа через учеников Духом Святым. И мы прекрасно знаем, что книга Деяний – это деяние Духа Святого через учеников, воспроизводящего жизнь, служение Иисуса Христа. И эти ученики в том же помазании, в помазании силе того же Духа, они возвещали то же Евангелие и совершали те же дела, которые совершал Иисус Христос. И вот здесь речь идет, что вы будете крещены в Духе Святом. В оригинале здесь стоит предлог «эн», означает не просто крещение Духом Святым, но крещены в Духе Святом. И вы примете силу. Первоначально это принятие силы подразумевает, чтобы быть нам свидетелями. Для чего? Для того, чтобы возвещать о Иисусе Христе, для того, чтобы привлекать, приобретать для Него потерянных, заблудших, больных, пораженных грехом людей, чтобы они возрождались в духе, получая прощение грехов, чтобы они научались жить соответственно истине Иисуса Христа и относиться к Нему как к Господу и Спасителю. Это конечная цель этого крещения, чтобы Иисуса Христа любили, чтили, поклонялись Ему как Господу и Спасителю. Но здесь также есть очень важный акцент. Сила Духа Святого – это не просто статус какой-то, это не просто какое-то состояние, это движение, это проявление могущества в процессе явления Божьей силы. Мы можем видеть мощный двигатель, мы можем говорить о мощи этого двигателя, но когда мы видим работу этого двигателя, тогда мы
понимаем, что значит проявляющаяся сила в этой работе. То же самое здесь, сила Духа Святого, проявляющаяся в динамике, проявляющаяся в могущественном явлении силы Божьей. И если вы обратите внимание, два важнейших компонента, проявляющиеся этой силе Божьей, были задействованы. Это власть изгонять бесов и невероятное помазание исцелять больных. Аминь. И это мы видим в Писании. Почему это так важно? Да потому что важнейшим изначально определением Бога для нас – это здоровье. Потому что в Нем и благодаря Ему, действию Божьей благодати, мы можем быть служителями Его во всей полноте. И поэтому мы читаем в первом послании к Фессалоникийцам желание Бога. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И дальше говорится, что верен призывающий вас, который и сотворит сие желание Бога, чтобы мы были избавлены от умственных страданий, чтобы мы были освобождены от эмоциональных ран, чтобы мы были исцелены от физических болезней. Это жажда, это желание Бога, которое уже заложено в величественной жертве Иисуса Христа для каждого верующего. И поэтому апостол Павел говорит, если же дух того, послание к римлянам, 8 глава, 11 стих, если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресившись Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела. Оказывается, наши тела смертные, но Дух Божий, который пребывает в нас, Он животворит в нас, наделяя смертные наши тела жизнью, наделяя смертные наши тела здоровьем, которые в силе помазания Духа Святого разрушают и сокрушают всякий недуг и всякую немощь, дорогие братья и сестры, чтобы мы могли служить Господу. И это невероятное благословение. Я думаю, вы понимаете, почему Дух Святой через апостола Павла, когда он делится откровениями, полученными от самого Господа в первом послании к Коринфской церкви, 11 глава, 28-30 стих, говорит, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». И невероятная правда. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Я хочу сейчас говорить о духовных принципах. Не о том, что многие люди из нашего крушения, родные и близкие, к сожалению, ушли. Но они ушли в вечность. И мы все прекрасно понимаем эти великие слова апостола Павла, который Духом Святым говорил, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не знающие Бога. Но если мы верим, что Иисус Христос воскрес из мертвых, то следующее действие Бога в Нем, все умершие во Христе, будут приведены в славу Божью. И поэтому мы имеем, как верующие люди, другое отношение к смерти. Аминь. Не так, как прочие народы. И мы видим с вами, что, продолжая эту тему, апостол Павел говорит, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Он вторит пророку Осии, который в 13 главе, в 14 стихе говорит, «От власти ада я искупил их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяние в том не будет у меня». А смерть – это завершающая стадия и процесс разрушительного действия греха, в том числе проявляющегося через болезни и разрушение тела. Но Бог преодолел это жертвою Иисуса Христа. Поэтому сказано, ранами Иисуса мы исцелены.
Вот почему Писание говорит нам, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которую Он действует и покоряет себе все. Невероятная победа в Иисусе Христе. Мы будем иметь новые тела. Они уже обеспечены величественной жертвой и победой Господа на Голгофе. Нас ожидает новое тело, сообразно телу Иисуса Христа. Прославленное тело, как завершающая стадия величественного плана Божьего спасения для нас. И потому в Откровении Иоанна Богослова говорится, и отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет. Ибо прежнее прошло. Великое Божье благословение для нас с вами. Но сегодня, когда мы смотрим, при том всем, что Господь одержал победу, при том всем, что грехи наши прощены, при том всем, что ранами Иисуса мы исцелены, так много нас болеют. Я не говорю о банальных болезнях. Простуда, грипп. Это укрепляет иммунную систему. Но я говорю о хронических, разрушительных болезнях, приводящих к преждевременной смерти. Я думаю, вас этот вопрос терзает. Почему, Господи? Почему? И особо, когда это касается родного или близкого человека, сколько здесь присутствующих кричали в небо и говорили: «Господи, почему? Почему, Господь? Почему?» Знаете, я задался этим вопросом тоже. В нас любовь Божья. И мы не можем быть безразличными к страданиям людей. Мы не можем проходить мимо страданий людей. Поэтому мы ищем Бога, жаждем Его помощи. Мы ищем Его лица, чтобы Он явил свою славу во благо тем, кто нам дорог, во благо нашим братьям и сестрам. И по-другому мы не можем. И вы знаете, в Духе Святом я считаю, от Господа я получил ответ. На два момента Бог обратил внимание. Первое. Народ мой не достаточно взаимодействуют со мной. Вы знаете, я ахну. Кто из нас считает себя неверующим? Или кто сознательно сказал: ну, я уйду с Божьих путей, я буду жить, как я хочу? Да никто, все мы верим. Все мы день ото дня посвящаем себя Богу. Но то, что Дух Святой открыл, недостаточное взаимодействие с Богом. Я думаю, что это великое откровение. Если мы прочитаем из 23-го псалма, из Псалтири, 23-й псалом, то мы здесь увидим величественное слово, которое имеет отношение к взаимодействию с Богом. «Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках, утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы». Кто сей Царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь сил, Он Царь славы. И вы знаете, я просто увидел разъяснение от Духа Святого, взаимодействие с Господом.
Оно очень необходимо каждому из нас. И это подразумевается та работа, то усердие, то посвящение, та преданность Ему, в которой ты и я борешься с грехами. Ты преодолеваешь искушения. Ты держишься праведности вопреки всему. Ты стараешься жить свято, постоянно. Ты алчишь и жаждешь Господа. Ты общаешься с Ним каждый день. Ты пребываешь в Его Слове, чтобы быть постоянно в Его присутствии, в Его на этой горе, на этом фаворе, в этом могущественном явлении Его славы. Вот оно то состояние, из которого каждый из нас призван совершать служение Богу. И эта картина невероятно важная и с точки зрения здоровья, для того, чтобы жить в полноте служения. Однажды, когда Господу задали вопрос, какая наибольшая заповедь, Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и всей крепостью своею». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вы знаете, взаимодействие с Богом в этой последней части определенной Богом как любви к себе является неудовлетворительным, к сожалению, в жизни многих из нас. Дорогие братья и сестры, я очень хотел бы, чтобы вы любили себя. Вы чувствуете, что очень сложно принять это. Почему? Потому что у нас идет представление о любви к себе такое, как в мире. Такое, какое мы имели, живя в мире. Там любовь к себе основана на эгоизме. Там любовь к себе основана на корысти. Там любовь к себе основана на стремлении получения себе благ и удовольствий, независимо от отношений к другим людям и независимо от заповедей Божьих. И поэтому, когда мы приходим к Господу, у нас почему-то рефлексия относительно любви вот с точки зрения мира. И ой, любить себя, да никак. И мы не понимаем, что оказывается, любить себя – это заповедь. Почему? Потому что без любви к себе мы не сможем полноценно служить ближнему. Без любви к себе мы не сможем полноценно служить нашему Господу. Все взаимосвязано, дорогие братья и сестры. А любовь к себе – это та забота о себе во всех сферах жизни, физическом, душевном, духовном уровне, для того, чтобы духовно расти, для того, чтобы быть исполненным Духом Святым, для того, чтобы иметь здоровье. Для чего? Не ради себя любимого или любимой, а ради служения ближним и ради служения Богу. Сегодня о мужчинах говорилось, и мы понимаем, как главы семьи, как мужчины, если мы не любим себя, мы будем поражены в своем здоровье. И давайте честно спросим себя, если мы поражены какой-то болезнью, серьезной болезнью, насколько полноценно мы сможем проявлять любовь, не просто как чувство, не просто как сентиментальность, а как действие, направленное на благополучие тех, кто рядом, тех, кто под нашей ответственностью. И мы понимаем, что зачастую мы станем, наоборот, обузой для родных и близких, а не главою, который, блюдя свое здоровье, заботится о супруге, заботится о детях и делает все, чтобы семья была здоровой. И я думаю, вы понимаете, что когда мы говорим о здоровье сегодня, речь идет вовсе не просто о наличии или отсутствии физических болезней. Я вам сейчас просто скажу определение, может быть, кто-то услышит его в первый раз, и вы удивитесь. Здоровье, о котором мы говорим, вовсе не связано ни с экономическим состоянием места страны, где мы живем, ни с политическим раскладом на земле или в стране, где мы живем,
а это нечто большее. Здоровье, здоровье – это полнота физического, душевного, духовного, социального благополучия, в котором человек максимально эффективен. А. В служении Богу. Б. В служении людям. Я очень хотел бы, чтобы вы услышали отсутствие болезней на физическом уровне. Это вовсе не показатель здоровья. Человек может жить в достатке. Человек может жить в материальном достатке, но при этом не служить в той полноценной эффективности Богу и людям. И мы можем сказать, он болен. Вы понимаете, о чем говорил Христос? Если вы приобретете даже все богатства мира, вы душе своей повредите и потеряете ее, то есть жизнь. Но если вы отдадите жизнь вашу в служении Богу, вы приобретете ее. Вы понимаете потрясающий принцип Божественного Царства. Итак, здоровье оказывается более обширно в своем определении, чем мы предполагаем. И поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на такой вид здоровья. Любовь к себе – это забота о себе, чтобы иметь вот это здоровье для служения людям и служения Богу. И сегодня эта заповедь о любви к себе, как никакая, к сожалению, нарушается многими из нас. И мы даже это не замечаем. И это большая проблема. Например, отношение к питанию. Сегодня люди архи неправильно относятся и к еде. И даже не задумываются, что эта сфера, имеющая отношение к питанию, является важнейшей для жизни. Я просто обращу ваше внимание. Вы думаете, случайно дьявол искусил Еву через продукт питания? И у него это получилось. Вы думаете, просто так, когда Бог заключал завет в ветхом периоде, ветхозаветном, процесс был связан с едой, как печать. Пища имеет духовную суть и смысл. Я думаю, что многие из нас, может быть, и не задумывались, почему любой праздник, свадьба ли, или другое какое-либо совместное переживание каких-то обстоятельств, связано с принятием пищи. Может быть, мы об этом и не задумывались, что даже повеление Господа о вечере связано не с чем иным, а с хлебом и вином, раскрывая суть той духовной символики и образа, которая имеет еда для каждого из нас. Вы думаете, случайно Дух Святой через апостола говорит ни о чем-либо, едите или пьете, делайте это как для Господа. Кто из нас молится и говорит, сколько он ест за день? Господи, я хочу сейчас поесть ради Тебя, ради получения того здоровья через эту еду, чтобы быть еще больше полезным Тебе в служении и для благословения людей. Вы понимаете, что для многих эта сфера, она почему-то не в фокусе. Но на сегодняшний день большинство болезней и смертельно опасных связано с нарушением питания и психоэмоциональным состоянием. Это сведения последних исследований. Рак кишечника обоих полов, рак желудка, рак легких у обоих полов, рак молочной железы у женщин, рак предстательной железы у мужчин. Кто связывает с питанием? Мало кто связывает. Но сегодня дьявол очень искусно удерживает наше внимание вдали от этой области, обманывая нас, вводя в невежество
И его цель какая? Разрушать. И когда спрашиваешь людей, почему ты кушаешь так, как ты кушаешь? Почему ты кушаешь в том объеме, в каком ты кушаешь? Почему ты кушаешь в то время, в которое ты кушаешь? Многие не в состоянии ответить, почему. Ну, я не знаю. Да так все едят, ну, и я так. Но если вы обратите внимание, с духовной точки зрения, на ваш внутренний диалог, имеющий отношение к еде, вы будете потрясены той картиной, как ангелы и бесы, действуя на процесс принятия нами решений, пытаются нас убедить в том, чтобы есть что-то или не есть. И я думаю, вы понимаете, что цель у каждого различна. Да все нормально. Скушай это, да побольше. Ты заслужил, у тебя был трудный день. Ты так устал, да просто поешь. И другой тихий голос: нет, не надо, не надо, ты это не делай, это будет во вред. Кто обращает внимание на свой разговор внутри? Мы даже не замечаем, а он происходит. И вы понимаете, что это один из механизмов невероятной коммуникации нами с Богом или с духовной сферой. Вы помните, когда Авраам послал своего слугу, чтобы он нашел жену сыну? И о нем сказано: только я закончил говорить внутри себя, вот и появилась девица. Многие из нас разговаривают с самим собой и даже не задумываются о содержании, о сути и о процессе. И вот почему сегодня, если вы имеете больных, например, с сахарным диабетом второго типа, вы прекрасно знаете, что в схему лечения, основополагающую схему лечения, входит А. Изменение пищевого поведения. Б. Увеличение физической нагрузки. С. Самоконтроль. То, в чем многие из нас хромают. Едим не в то время. Едим не ту еду. Почему у нас голод? Мы даже не задумываемся. И это тоже очень коварная уловка. Почему ты хочешь есть? Почему у нас появляется до боли известное чувство голода? Мы даже не задумываемся. А порой голод из-за того, что мы просто не пьем достаточно воды. И на рефлекторном уровне организм человека дает сигнал, но мы его не расшифровываем правильно. И вместо того, чтобы попить воду, мы кушаем. Самый настоящий голод – это дефицит питательных веществ. Вот когда их недостает в нас, мы начинаем ощущать голод. Но кроме этого истинного голода, есть другой голод. Голод перерастянутого желудка. Сегодня люди едят огроменные порции еды. Им не нужно столько килокалорий. Нарушен энергетический баланс. Человек потребляет килокалорий больше, чем расходует. И куда остаток девается? Висцеральное ожирение. И это огромная проблема для сердца, для сосудов, для мозгов. Мы об этом не думаем. Мы люди духовные, и на это мы не можем не обращать внимания. К сожалению, это козни дьявольские. И человек ест наш желудок как мышечный орган. Он то растягивается, то сокращается. У многих из-за обилия перерастянутости желудок растянулся и не сокращается. Рефлекторно растянутый желудок дает сигнал. И человек это ощущает как чувство голода и начинает есть, еще больше усугубляя ситуацию. Вот почему одной из форм борьбы с ожирением является либо клипса на желудок, либо специальный баллон, раздувающийся в желудке, чтобы уменьшить его объем. Эмоциональный голод – это тоже невероятная уловка дьявола. И я думаю, вы поймете меня, о чем идет речь. Если в детстве вы ударились головой, набили шишку, и ваша мама вас, утешая, дает конфетку или шоколадку, и вы покушали, и вам стало легко.
возникает рефлекс. Любовь мамы и шоколадка. Мы вырастаем, набиваем шишки и эмоционально начинаем есть, когда мы в трудностях, в стрессе и в испытаниях. Одна сестра так и говорила, страдая ожирением, я не могу не поесть, когда я волнуюсь и переживаю. Человеку не нужны килокалории, ему не нужна еда, но эмоционально он испытывает голод и просто ест. Выделяются эндорфины, это вещества, которые вырабатывает головной мозг, и приходит некое умиротворение. И многие сегодня, в зависимости от этого процесса, точно такой же, как зависимость от алкоголя, точно такая же, как зависимость от наркотиков, разные вещества, но внутренние процессы идентичные. И вы думаете, просто так Господь говорит о том, что нужно бодрствовать, и об этом Он говорит в последнее время, когда Он оставался наедине с учениками. Бодрствуйте, и пусть не будет у вас объедения. Если вы измерите индекс массы тела, я больше чем уверен, у многих из здесь присутствующих избыточный вес, у многих ожирение. И вы думаете, что это проходит бесследно? Мы можем не обращать внимания, но это есть не любовь к себе. Вот о чем говорил Господь. Я очень хочу, чтобы мы любили себя. И большим примером для меня является жизнь одного человека. Лантуха Михаила Романовича. Вы знаете, я встречаюсь вот в России, например, в православии, очень чтут праведников, святых, помнят. Я не говорю о том, чтобы молиться им. Они просто помнят о них, они чтут их. И память о их образе жизни, она перед глазами. И столько людей. Был в Корее, один человек страдал за Господа, и там музей, там целый комплекс, посвященный этому человеку. Я вспоминаю, и вы, наверное, знаете, сколько в Советском Союзе людей отдали жизнь за веру в Иисуса Христа. Он живой, его не знали и не помнили, ушел и забыли. А как? Помните своих наставников, подражайте их вере. Я видел, ознакомливаясь с биографией жизни этого человека, насколько он бдил в том, чтобы служить Господу. 18 лет более, может быть, заключение за веру в Иисуса Христа. Но одной из черт этого человека была способность не обижаться. Была способность каждое утро за всю свою сознательную жизнь веры встречаться с Господом. Потрясающая любовь в себе ради любви к ближним и Господу. Болезни, которые он переживал, сверхъестественно уходили. Почему? Потому что служение Богу подразумевает исцеление от болезни. Невероятная история его жизни. Я очень хотел бы, чтобы вы посодействовали сыновья, дочери, тому, чтобы была написана книга о его жизни, как образец, в том числе для подражаний. Невероятно, дорогие братья и сестры, сегодня нам нужно обратить на это внимание. И второй компонент, и мы будем заканчивать, на который обратил Дух Святой внимание, это то, что имеет отношение к функционированию нашему. Что такое функция в данный момент? Это исполнение той задачи, это осуществление той роли, это исполнение той работы, ради которой Бог нас вел в этот мир. И вот два компонента, на которые Дух Святой обратил внимание. А, народ мой невежественно мало взаимодействует со мною. Я уже не говорю, потому что нет времени о духовной брани.
Я уже не говорю о тех стратегиях, навыках и принципах, которыми мы просто призваны овладеть для того, чтобы взаимодействие с Богом быть всегда в Его присутствии. Только из Его присутствия мы можем полноценно служить Ему. Мы можем полноценно служить друг другу. Мы можем полноценно служить этому миру. И вот оказывается, второй компонент причины того, что многие в немощах, в недугах и преждевременно уходят, это не то, что только что мало взаимодействуют, но и не функционируют в соответствии с Божьим замыслом, не работают в соответствии с Божьим предназначением. Я не буду вдаряться сейчас в детали, но как Ветхий Завет, так и Новый Завет, если вы посмотрите книгу Деяний, вы увидите, что наше предназначение – а. служить Богу, б. служить друг другу, С. служить этому миру. Многие ходят в церковь, многие молятся, но это вовсе не означает, что нам не нужно пребывать в Слове. Аминь. Многие ходят в церковь, и они забывают о том, что мы не просто прихожане, но мы призваны служить друг другу. Многие ходят в церковь и даже не задумываются, что наша задача и служить этому миру. Это Божье предназначение, независимо, где ты живешь, независимо от твоего социального статуса, независимо от твоей профессии, независимо от твоего имущественного положения. Это должно быть в основе, дорогие братья и сестры, жизни каждого из нас. И наша жизнь как многоборье. И мы призваны одновременно двигаться во всех этих направлениях. Я хочу спросить, за последний год или 5 лет, кому ты свидетельствовал о Господе? Кого ты привел к возрождению в духе? Это то, что не достает сегодня нам. И мы плачем и сетуем. Почему, Господь? Почему мы больны? Почему мы не исцеляемся? И вот и то, что я вам хочу сейчас дать статистику. Мы у нас молимся об исцелении, так же, как и у вас. И знаете, на что я обратил внимание? Чудом и знамением Бог исцеляет. Как вы думаете, в скольких процентах случаев, если взять все молитвы за больных и немощных за 100%? Как вы думаете, у вас как это происходит? Вы можете сказать такую информацию? 1%? Это, ну, может быть правдой? Я наблюдаю 3-7%, как Бог отвечает чудесами и знамениями. А остальные 98%, остальные 97%, что мышца Божья сократилась? Его могущество уменьшилось? Или он изменился? Нет. Эти проценты – это другой путь исцеляющего Божьего действия. Он 100% слышит вашу молитву и мою. Он отвечает на эту молитву. Но он, если не исцелил чудом и знамением, ведет другим путем, процессом исцеления во времени. Я хотел бы вас ободрить. Не разочаровывайтесь, если вы помолились, и нет чуда. Бог отвечает. Аминь. Он действует только своим путем, своим методом. И в этом процессе, знаете, на что он может обратить внимание и что он может привлечь для исцеления человека, чтобы он был здоровым? Он может привлечь медицинское участие. Он может привлечь лечение медикаментозное. Но более того, он хочет обратить внимание каждого на то, что нужно изменить что-то в образе жизни, на изменить что-то в отношении к Богу, в отношении к служению Ему, в отношении к церкви, в отношении к служению людям и служению этому миру. Это подобно тому, как человек идет, он никогда не болел, и вдруг у него кольнуло в сердце, перехватывает дыхание, холодный пот выступает, потому что любая дисфункция в области сердца сопровождается невероятной паникой и страхом. Такими, каких вы не увидите, когда болит печень, когда болит зуб, но когда сердце, паника и страх. И это как красная лампочка на щитке автомобильном, щитке приборов. Когда загорается красная лампочка, что означает это для хорошего водителя? Что-то не так.
дальнейшая эксплуатация транспортного средства чревата аварией или каким-то происшествием. И нужно что-то исправить. Аминь. Точно так же. Когда в жизни возникает какой-то дискомфорт, это как знак с неба, как красная лампочка от Бога. Человек, остановись, взыщи меня, мое лицо, поменяй свой образ жизни, измени свое отношение к себе. Я так благодарен, братья и сестры, каждому из вас за ваш труд, за ваше служение, за ваше посвящение. Многие, я знаю, приезжают в Америку и думают, что в Америке деньги на деревьях растут. Но кто-кто, вы знаете, что это не так, правда? Вы знаете, сколько боли, слез, пота приходится расходовать на то, чтобы достигать каких-то уровней жизни, приемлемых для семьи, для возможности служить Богу. Поэтому я, понимая вас, я просто хочу поблагодарить за вас, за ваш миссионерский труд. Я не знаю, вы это принимаете, но лично я, глядя на вас, я понимаю, что вы здесь по воле Божьей. И для вас это миссионерская поездка. Это не просто изменение образа жизни. Это не просто уход от трудностей. Я не сомневаюсь, что вы здесь. И Бог через вас осуществляет свою миссионерскую работу, где также важно служение Богу, служение друг другу и служение этому миру. И коротко, и мы заканчиваем. А что значит служение? Что значит служение? Служите Богу. В Деяниях святых апостолов, 13 глава, написано: когда они служили Богу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савлу. Варнаву и Савлу. Они помолились, возложили руки и отпустили их в служение миру, в служение язычникам. Акцент, когда они служили Богу. Служение Богу. Что это такое? Может быть, кто-то думает, благотворительность – это служение Богу. Возможно, да, но косвенное. Кто-то думает, что социальная работа – это служение Богу. Да, но это косвенное. Кто-то думает, на физическом уровне удовлетворение нужд людей – это служение Богу. Да, но это потом. Но есть истинное служение Богу. Это те действия, это та нравственная позиция сердца, которые выражают благоговение, почтение, уважение, любовь к Богу. И служение Богу сосредоточено не на человеке, а на Боге. Люди всегда служили Богу. Адам и Ева служили Богу в Эдемском саду. Каин и Авель приносили жертвы Богу растительного, животного происхождения. Ной построил жертвенник, чтобы принести жертвы, служить Богу. Авраам построил жертвенники по всей Палестине, чтобы служить Богу. Это были индивидуальные на уровне семьи, родства, служения Богу. Но вот Бог начинает формировать свой народ. Когда он был выведен из Египта у горы Синай, через пару недель, Бог задерживает свой народ в течение года и трех месяцев. И там он учит свой народ, что значит служить ему. Он дает систему жертвоприношений. Он дает систему празднеств, в которых он хочет видеть корпоративное, совместное, как одно тело, служение ему. Дальше это служение было перенесено на храм, как место Божьего присутствия. Когда в 586 году до нашей эры храм был разрушен, евреи попали в рассеяние, возникли синагоги, которые до сего времени существуют, как место служения Богу. Первые христиане, они служили Богу в синагогах, они служили Богу в храме, пока им разрешали. А дальше начали служить в общественных местах, в домах, молитвенных домах. Что же лежит в основе служения Богу? Два важнейших принципа. Два важнейших принципа. Первый – это служение в истине. Не так, как мы хотим,
не так, как нам заблагорассудится, не так, как мы понимаем, а как Бог открыл в Своем Слове, как Бог открыл в Своем возлюбленном Сыне Иисусе Христе. Второй основополагающий момент – в Духе участвует возрожденный Дух человека и участвует Дух Святой. И та ветхозаветная система через жертву Иисуса Христа была аннулирована. Нам не нужно сегодня приносить жертвы, но мы приносим Богу жертву хвалы, плод уст наших. Мы вспоминаем о жертве Христа через вечерю. Мы посвящаем себя в жертву Богу, живую, святую, угодную Ему для разумного нашего служения. И важнейшим компонентом служения Богу есть восхваление Его, что выражалось словами, песнопениями духовными на понятном языке и на языках. Это было присуще как ветхозаветному народу, так и сегодня церкви. Многие люди в церкви сегодня относятся к служению механически, относятся просто по инерции, не осознавая величия реальности и думая, что каждый элемент служения, который есть в церкви, это что-то обычное, привычное, учрежденное людьми. Ничего подобного. Это Бог утвердил и определил все элементы той истины, как Ему нужно служить. Я очень хотел бы, чтобы мы увидели и поняли, что нам нужно осознанное верою участие в служении, не просто номинальное, не просто механическое, осознанное верою, всем сердцем, всей душой, откликающееся на присутствие Бога. И это также молитва, молитва на языках, молитва, молитва умом, молитва ходатайства – это элемент служения Богу. Исповедание. Исповедание в церкви как важнейший элемент служение Богу должен присутствовать. Слово, чтение, разбор, наставление, проповедь – это служение Богу. И мы соучастники, и блажен не только кто делится, но тот, кто и слушает. Это служение Богу, пребывание в Слове, десятина и пожертвование. И это то, о чем я хотел бы вас поддержать. Это не люди придумали. Это не человеки утвердили. И сегодня многие относятся скептически к этому служению. Но, как и пища, деньги имеют духовные свойства, имеют духовные основания и послесловие. И вот почему это служение, оно должно быть воспринимаемо нами как служение Богу со всем трепетом, благоговением, страхом перед Ним, радостью и торжеством. Вы думаете, почему Христос обратил внимание на две лепты вдовы? Богатые много жертвовали. А Он пригласил учеников и сказал, посмотрите. Вопрос был не в том, сколько пожертвовали, а сколько себе оставили. Она отдала все. Это служение Богу. Это служение Богу. Проявление действия Духа Святого дарами. Это невероятная мощь того оснащения Богом служения Ему. Дары исцелений, дар слова знания, дар слова мудрости, дар веры, дар толкования, дар пророчества, дар чудес, дар знамений. И Павел дает принципы, какие должны быть в основе этого составляющего компонента в служении Богу. Служение Богу, как вечеря. О, как хотелось бы, чтобы мы, осознавая величие этого процесса, делали это в великом трепете и помазании, относясь к вечере. Водное крещение – это таинство, в котором Бог хочет, чтобы участвовала вся церковь, для того, чтобы, а, были крещаемые, и, б, участвовали в этом служении все. Так обычно происходит. Приходят на это богослужение на озере или реке только те, чьи родные там принимают крещение. Но это таинство, это элемент служения всей церкви, возлюбленные братья и сестры.
И Бог сказал, обращая внимание на этот компонент, недостаточно функционирует, не служит мне с тем состоянием сердца. Важна не просто механика, важна не религиозность, важно состояние сердца. Служение друг другу. Эмоциональное. Служение друг другу. Душевное. Для души. Служение друг другу для духа. И вся цель, чтобы каждый стал в церкви учеником Иисуса Христа, уподобляясь Ему, служа другим братьям и сестрам и служа этому миру. Это служение друг другу. И служение миру, восполнение потребностей погибающих людей с основной целью, чтобы они обратились к Господу, возродились в духе и посвятили свою жизнь Ему, отдаляясь от господствующего в мире растления похотью. Где бы ты ни работал, где бы ты ни жил, сколько бы лет тебе не было, мужчина ты или женщина, это Божье предназначение, которое должно быть в основании жизни каждого из нас. И я верю, что вот тот процент явлений чудес и знамений в исцелениях, который сегодня кто-то сказал один, я наблюдаю 3-5%, он изменится. И я верю, что в преджатвенное время и во время жатвы будет 100% проявление могущества Божьего в исцелении больных, прославляющих Господа. А сегодня нам нужно обратить внимание на любовь к себе, обратить внимание на свою заботу о себе ради служения Богу и служения людям, ради истинного служения. И Бог сказал, и мы будем молиться, Бог сказал, не оставляй упования твоего, ибо ему надлежит великое воздаяние. Невероятная глубина. Бог знает, как высвободить и каким образом свои благословения в твою жизнь. У него много путей, как благословить тебя в твоей вере, в том, что ты делаешь для него. И это слово, оно состоит из двух компонентов. Мицха – это значит заработная плата, это значит воздаяние. И это так естественно. Дух Святой использует это слово через апостола Павла, показывая, мы все работаем на своих работах, мы ожидаем зарплату. Да, конечно, ожидаем. Мы ожидаем, что наш честный, посвященный труд нам работодатель заплатит заработную плату. А почему мы исключаем, что Бог, как великий работодатель на своей ниве, не воздаст нам? Вы знаете, вот эта идея служить Богу, который не слышит нас и который не воздает, это очень плохая идея. И многие люди думают, что служение Богу – это значит влачить жалкое существование и быть всегда бедным, не имея никогда достатка и благополучия. И кто-то на этой почве делает заключение – лучше не служить Богу. Это такая же крайность, как крайность в процветании. Это такая же крайность. Но я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, не оставляйте вашего упования. Знаете, что значит упование? Делайте то, ради чего Бог вас призвал сюда, ради чего Он ввел вас в этот мир, служите Ему, служите братьям и сестрам, служите этому миру. И Бог воздаст. Он видит ваши слезы, Он видит ваш труд, Он видит ваше время, Он видит вашу посвященность. И Он не тот Бог, кто забывает этот труд. И Он так сказал, что Он помнит тот труд любви и служение усердия, которое вы оказывали народу, служа во имя Его. И подосье тех, кто трудится. Он не забывает тех, кто служит. Он не забывает тех, кто посвящен Ему. Он знает и видит, сколько ты жертвуешь времени, сил, здоровья, жизни. И Он воздает. Наш Бог, воздающий Бог, братья и сестры, Он знает, как воздать. И не только материально. Он воздаст победой в тех сферах, где ты нуждаешься. Он воздаст миром там, где ты особо нуждаешься в мире. Он воздаст здоровьем там, где ты его не имеешь. Бог наш не забывает и не игнорирует
наше служение. Я хотел бы, чтобы мы помолились. Как вы считаете, исходя из того, о чем мы рассуждали, о чем правильнее было бы помолиться? Просто лишь об исцелении или о чем-то другом? Вы знаете, что молитва, она имеет значение, особенно при аргументации своего желания. Когда Вартимея подвели к Иисусу, неужели он не знал, что он нуждается в исцелении? Знал. Но он спрашивает, а что ты хочешь? Сегодня Господь спрашивает тебя, что ты хочешь? Вот что ты готов сказать? Господь здесь. И он обращается к тебе, брат и сестра, и спрашивает, что ты хочешь? Ты осознаешь, что ты хочешь? Вот ты можешь сегодня ему сказать. Я понимаю, что лучше не просто попросить об исцелении, а обратиться к нему. Может быть, с покаянием за недостаточное отношение к служению ему и людям, и к этому миру. И как следствие попросить здоровья для того, чтобы эти составляющие жизни изменились. У нас в церкви как-то пришел момент, люди потеряли работу, не было работы, долгое время молились, ничего не происходит, начали поститься, и Дух Святой проговорил. А для чего вам работа? И многие просто растерялись. Никто не связывал место работы с возрастанием своего служения Богу. Никто не связывал место своей работы с исполнением Его воли. Никто не связывал заработную плату на этих работах, которые желали получить, с возможностью служить Богу и людям. Но когда что-то произошло в действии Духа Святого и попросили таким образом, Господь, не просто место работы, а ради служения Тебе и людям, пожалуйста, помоги нам. Все были обеспечены невероятной работой, как по достатку, так и по условиям. И я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились вот в том направлении, в каком вы поняли, и я просто прошу, простите за время, которое вас отнял. Я просто по инерции, у нас на служении не смотрят на время. Мы просто служим Богу, и мы понимаем, воскресенье – это день служения Богу. Простите, тем не менее, простите. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за это время, за этот день. Мы благодарим Тебя за возможность, Господь, быть Твоими соработниками. Это величайшая привилегия. Мы, рабы ничего не стоящие, помрачающие провидение, дуновение ветра, легче пустоты, признаны Тобою, Господи Боже, и введены в Твою семью, введены в Твою, Господи Боже, Твое наследие, мы дети Твои, сыновья и дочери. И мы так благодарны, Господь, что в Твоей отеческой заботе Ты печешься о нас больше, чем даже мы понимаем и представляем. И Твое желание, чтобы мы были здоровы, Господь, чтобы мы были здоровы, Господь, не просто на физическом уровне, здоровы во всех составляющих своего естества, на физическом, душевном, духовном уровне, чтобы мы были здоровы в социальном плане и служили Тебе как можно максимальней, понимая, что время коротко, понимая, что дни жизни наши лимитированы. И пусть, Господи, придет сегодня осознание, Господь, что большую часть жизни многие из нас уже прожили. Пусть придет эта жажда, эта страсть, чтобы оставшийся период жизни мы прожили не в теплоте, не мы прожили не в номинальности, мы прожили не в этой толерантности ко грехам, неправедности к этому миру, а чтобы пересмотрели свою жизнь, сокрушились пред лицом Твоим и признали, Господи Боже, да, я мало взаимодействую с Тобою, чтобы противостоять миру, я мало взаимодействую с Тобой, чтобы противостоять греху, искушениям, чтобы духом умерщвлять дела плоти, чтобы жить в святости Твоей и находясь в Твоем присутствии,
в этом потрясающем присутствии, где полнота здоровья, где способность слышать и видеть, где сердце разумеет, где сверхъестественно проявляется власть и силы Твои, Господь. И мы, как Твой народ, можем совершать Тебе служение в духе и в истине по-настоящему, Господь. Из этого служить братьям и сестрам, служить, служить от всего сердца, помогая им в их нуждах практически, чтобы каждый в духовном плане стал истинным учеником, уподобленным Тебе, Господь, служащим братьям и сестрам церкви и служащим этому миру. Из этого, чтобы мы, как Твой народ, обратили свое внимание за стены церкви и начали служить погибающим людям. Сегодня мир во зле. Сегодня люди нуждаются в Тебе. А мы же сокрылись в стенах нашего уютного, комфортного места и не думаем. А проще иногда дать просто деньги и думать: да, это хорошо, конечно, это хорошо, но не только это, и самому это делать. Господи Боже, помоги нам, Господи. И я верю, Господь, что сегодня через сокрушение тех, кто имеет ухо слышать, слышит, Ты придешь в жизнь и исцелишь, и восстановишь здоровье, потому что сейчас это тот момент, когда человек, останавливаясь от динамизма и стрессовости жизни в Твоем присутствии, покоряется Тебе и говорит: «Моя жизнь, мой дух, душа и тело – это Твоя собственность, Господь. Это территория Твоего правления. Это территория Твоего царствования. Какая величественная возможность для Тебя, брат и сестра, сказать прямо сейчас Господу: я поднимаю верхи своей жизни, я открываю двери вечные своей жизни и прошу: приди, Царь славы, приди, Господь, сил, и воссядь на троне царствования Твоего, на троне жизни моей, идол человеческого моего я да будет сокрушен и разрушен, мои страсти и похоти да будут искоренены, моя жизнь по плоти да умрет во имя Твое, Господь. Я беру ответственность в силе Духа Твоего отныне и впредь умерщвлять духом дела плоти, чтобы жить в Твоем присутствии и служить Тебе, служить людям, служить этому миру. И пусть Твое обеспечение в этом желании, в этой страсти для тех, кто покоряется Тебе сейчас и посвящает, обновляя завет с Тобою, свою жизнь Тебе, придет могущественное действие Твоего обетования. Всякая болезнь да будет разрушена. Всякая раковая клетка да будет уничтожена во имя Иисуса. Всякие бесы, немощи, недугов на территории этой, которая не принадлежит им, да будет связаны и низвергнуты в бездну. Это территория, жизнь моих братьев и сестер, жизнь церкви New Life. Это Твоя территория. Это территория Твоего царствования. Это территория Твоего господства. Это территория Твоего владычества. И на этой территории да не будет немощи, недугов. Да будет утверждено Твое здоровье во имя Иисуса Христа, как мощное основание для полноты служения Тебе и людям, служения друг другу, церкви и этому миру. И пусть эти потоки живой воды от престола Твоей благодати прямо сейчас вливаются в те жизни, кто поднял верхи, кто открыл двери вечные своей жизни для Тебя, Царь славы, для Тебя, Господь сил. И куда войдет этот поток реки жизни, там оживотворение, там разрушение смерти, там сокрушение тьмы, там свет и слава Божья. Аллилуйя! Тебе за это мощное исцеляющее действие здесь и сейчас.
Аллилуйя тебе, Дух Святой. Мы благодарим тебя за могущественное твое участие сейчас в жизни твоего народа, за обновление силы и веры, за утверждение твоего здоровья. И мы можем со всей искренней верой утвердить, что ранами твоими мы исцелены. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! И пусть, Господи, руки каждого из нас и церкви, Господи, New Life научаются духовной брани, научаются противостоянию царству тьмы, научаются противостоянию козням дьявольским. Господи Боже, чтобы довольно, сколько он измывается, довольно, сколько он разрушает и приносит урон и ущерб и здоровью, и благополучию жизни, пусть придет от тебя победа. Кто сей Господь? Это Господь сил. Это Царь славы. Это победитель, который был, есть и грядет. И мы, поклоняясь тебе, говорим: ей гряди, Господь. Ей гряди, Царь славы. И пусть пред именем твоим преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык да исповедует, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. И весь народ да скажет: аминь! Слава Господу! Бог достоин славы. Знаете, не только надо в пище нам ограничиваться, но надо беречь сердце. Здесь написано: более хранимого храни сердце, ибо из него источники жизни. То есть не раздражаться, не гневаться, не злиться, вести христианский образ жизни. Вот, и не будет болеть сердце. Вот, и желудок тоже. Пусть Бог благословит, потому что, знаете, много искушений, особенно в этой стране. И слушая прекрасную проповедь, я нахожу, что и сам вот в некоторых вещах вот виновен, надо исправляться. И в еде, и в других вещах. Давайте мы поблагодарим Господа. Если у кого есть нужды, скажите. Благодарность есть, я знаю, у каждого из нас. Мы живы, слава Богу. Если есть нужды, вот, есть нужды, подняты руки. Мы просто поблагодарим Бога. Завтра молитвенное служение. Приходите, будем молиться. Давайте мы просто помолимся, поблагодарим Бога. Господь, Отец Небесный, мы славим Тебя за прекрасное служение, за прекрасное наставление. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты любишь нас всех. Мы все разные, Господи, но Слово Твое есть истина. Оно нас обличает, оно наставляет, учит нас, Господи. Слава Тебе, Господь! И Дух Святой сегодня многим говорил, Господи, слава Тебе! Мы благодарны за брата, благослови его служение, благослови его семью, благослови его, Господи Боже, пусть, Господи, еще больше он будет трудиться на этой земле, используй его, Господь, и да прославится имя Твое. Мы благодарим, Господи, вместе с благодарными сердцами и просим, Господи, за те нужды, которые есть в этой поместной церкви, Господи. Ты видел, Господи, поднятые руки. Ты знаешь больных людей, Господи Боже. Пусть, Господи, придет покаяние, и пусть придет исцеление в тела этих людей, и пусть Тебе будет вся слава и на небе, и на земле. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Закончим благодатью. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Приветствуйте друг друга с миром Божьим. Пусть Бог хранит всех вас.